Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакции с пачки. Опять же, басист, я понимаю, следующим же комментарием сразу написал, слышал ли я что-нибудь про группу Куруюри Тукаги. Наверное, так она называется, но, наверное, не так. Нет, я ничего не слышал, решил взять их на реакцию все-таки, потому что, во-первых, для себя открыть, возможно, для кого-то еще. Предыдущая группа вокалиста, какого только я так, опять же, не знаю, потому что я уже не помню, когда ты мне это все написал. И тут металл заборется с упором больше на бас. Это хорошо, если на бас. Давай сейчас заценим. Выглядят они как викейчики обыкновенные, естественно, все разноцветные и так далее. Вот. Но, тем не менее, как бы по виду судить нельзя. Естественно, будем все это слушать, смотреть именно клип. Трек, который сегодня будем смотреть, Йокосу, наверное. Это, походу, уже я нашел, потому что мне не советовали посмотреть определенный трек. Так что вот такой какой-то рандом будет, но, тем не менее, именно в пачке. Короче, поехали посмотрим. Может, опять же, еще... Опять же, много викей. Я как бы этому только радуюсь, если будем открывать именно викей. Все, поехали посмотрим еще одну викейную группу. Надеюсь, будет балдеж. Го! Тут клип, кстати, идет 6 минут. Наверное, сюжетным каким-то. Криповое начало. Как будто я этот... Не звонок, а проклятие какое-то начинаю смотреть. Там тоже такой дом был. Это мне кажется, что ты из олдового, ну не олдового, а такого типа викея нулевых, мне кажется, будет. Нормально. Вот такое я люблю. Ну да, да, это вот реки нулевых. Это вот на чем я вырос, можно сказать, в плане именно японского музла. Вот такой вот все раньше играли. А, реально. То есть это даже не это, это прям отсылка, целенаправленная к проклятию. Блин. Я вот, кстати, вот этот момент с ползанием ее с лестницы, он меня крипует до сих пор. О, да-да-да. Такие припевы, вот они тогда и были. Ну, короче, да, я понял, это, походу, старенькая группа. Такой небольшой закос под Obscure Dirov. Но тогда все вообще это делали, я помню. Потому что, ну, как диры тогда выстрелили с Obscure, все поняли, что мы тоже хотим такие, типа, штуки. Ну, тут, конечно, помощнее. Вот это прям мне нравится, прям такой плотненько. Ну, я вот их, кстати, точно послушаю. Даже если не существует уже этой группы, пофиг, типа. Yeah.
может показаться, на самом деле, что трек мега тупой, но просто я вот такое люблю. Тут уже такая, конечно, ностальгия лично для меня. Трек, кстати, реально долгий. Прям внезапно. Так, ну что, вот мы смотрели клип, послушали трек Йокосу, наверное, если я правильно читаю, и если я правильно читаю группу Курую Тукаги от джебасиста, который посоветовал посмотреть. И очень хорошо, что я решил взять их на реакцию, именно посмотреть, а не как-нибудь потом отдельно, потому что это было прям зашибись. То есть тут я получил то, что... Даже не то, что, наверное, хотел. Я думал, что сейчас будет какой-то вот именно Викей, такой алдовый, да, все такое. И вот он, в принципе, такой и был. Я вот не знаю, какого года эта группа, на самом деле. Надо будет потом прочекать. Но вот такой вот Викей мы в свое время и слушали. То есть, ну, я, например, кто не с вот этих вот X-Japan'ов, да, и все такого начинал, а кто вот именно с какой-то мазафаки начинал. То есть, я помню группу Oz тогда слушал, собственно, газет. Это мне напомнило Negu, кстати, еще тоже отдельно. Такая была группа очень балдежная. И вот что-то такое, что-то в таком стиле. И, конечно же, мне это понравилось, потому что, ну, я люблю ностальгировать и до сих пор слушать все эти группы. И вот там была вот такая прям мазафака-мазафака прям такая. Причем со своими приколами, вот именно японскими и так далее. Так что тут как бы я ничего не могу сказать. Тут мне все понравилось, скажу, все 10 из 10. Вот, ну, звучание, естественно, старое, такое не самого лучшего микса, но, тем не менее, как бы такое слушать приятно. По крайней мере, очень плотненько было. То есть и бас, и гитары. Вот, так что нормас, нормас. Ну, припев — это обскур. Очередной, конечно, Грингрей. Но, тем не менее, как бы тогда очень все грешили на этом, так что к этому тоже не прикапываюсь. И, наверное, все. Ну, клип прикольно, что проклятие они вот это сделали. И мне этот момент, когда она попала с этим, у меня немножко мурашки пошли по коже, потому что я считаю, ну, лично для меня проклятие до сих пор один из самых страшных, вообще самых криповых именно фильмов. Я вот так вот его просто смотреть не могу. То есть, или только днем, или с кем-то. Помню, как-то я пересмотрел фильмографию «Проклятие» один дома, потом я неделю спать не мог. Причем в таком сознательном уже возрасте. Так что не знаю. Ну, я такой, типа, на такие фильмы очень реагирую, конечно, так, своеобразно. Вот. Но прикольно, что, типа, все это, наверное, не совместили. Плюс они же еще японцы, как бы, с проклятием. Короче, нормально получилось, нормально. Не, мне все понравилось. Круто, что такое вот открытие внезапно произошло. Хотя бы группа, не знаю, вот она существует, не существует. Мне кажется, такие группы уже просто не существуют. Сейчас я уже по-другому совершенно играю. Но какая разница? Главное, что их треки существуют, и мы можем их слушать. Вот. Так что еще раз спасибо. А всем спасибо, кто посмотрит реакцию. Ссылочка в описании, нравится, нравится, сами все знаете. Можете тоже писать какие-нибудь группы вот именно из нулевых. Такую вот около мазафачную штуку, которая даже, опять же, может уже не существует. Какая разница. Все равно будем смотреть. Я много чего не смотрел, на самом деле, в своей жизни. Именно из викейных, не викейных групп вот таких. Так что будет интересно забалдеть на реакции вместе с вами. И, в принципе, наверное, все. Я пойду к следующим реакциям, а тут
Ну да, я уже сказал, что пойду. Короче, все.